помнится, руководство одной очень большой и в то же время очень несолнечной страны очень сильно переживало по поводу учения Сибриз-2021, мол, алерн, привезут корабли НАТО в Украину и оставят украинцам разные западные технологичные оружия. Все пропало и нужно срочно отменить эти учения. Тогда мы еще предположили, что возможно эти товарищи были в этом не так уже и не правы. И знаете что? Наверное, мы так и обладаем какими-то такими способностями, потому как в Черном море идет как раз предназначенный под перевозку больших военных грузов американский военный корабль. Так вот, прямо сейчас стало известно, что транспортно-десантный корабль ВМС США USNS Юма направляется в Черное море. Об этом сообщил 6-й флот ВМС США в Твиттер. Дословно. USNS Юма начал транзит на север к Черному морю, чтобы работать с нашими союзниками и партнерами по НАТО «Сила для мира». USNS Юма, кто не знает, относится к типу высокоскоростных транспортных судов класса Spearhead, которые предназначены для оперативной переброски войск, грузов и военной техники. Короче, Шон там везет в трюмах этот грузовичок в Черное море. Вопрос очень интересный. Возможно, мы никогда точно не узнаем, а что у него там было в закромах трюмов. Но, друзья, такие корабли просто так пустыми точно никуда не ходят, так что добро пожаловать, или как говорил классик, будем посмотреть.